четвертинки. На четвертинки, половинки. Если крупные сидят, то еще лучше. То есть такие вот моменты. Убрать. Все равно вроде все чистили, но лучше еще раз посмотреть, потому что внутри тоже бывает гнев. Вот так вот. Режем. Я думаю, проще смотреть, чем я тут объясняю. Вот. Запоминать. Столу, кстати, стараюсь резать просто надавливать, не твердо, чтобы нож не тупить, и чтобы он все равно частичка металла. Тоже подглядывать, вот, допустим, шелуха. Луком тоже его убираем. Вот, вот я как говорил, допустим, вот эти перышки, их убирать. Нужно убирать, потому что от них они все портят и вкус.